Так, Ева, ты где уже? Мы же только начали, я только начал запись, ты куда залезла? Привет, Ева! А я уже почти наверху, привет! Почти наверху! Всем привет, ребята, и сегодня мы решили скооперироваться с Евой и поиграть в Башню Ада, потому что вы писали много комментариев и Еве, и мне, что вам нравится эта игра, поэтому мы вот и решили записать ее. И нам нравится эта игра. Да, и нам тоже нравится эта игра. Ну, частенько портит нам нервы, как бы, но... Да, о, все, вот, привет. Я спустилась, да. А, ты специально ради меня спустилась? Да. На самом деле, кстати, вот такие штуки довольно неприятные. Вот эти вот, которые маленькие, узенькие, я уже говорил об этом, когда я снимал видео сам. Вот, потому что с них так легко свалиться. Мне они очень нравятся. А, нравятся? Тебе нравятся? Ясно. Ой, я вижу твою голову! Кошмарище. Кстати, мы играли вчера с Ланой в Обби, ага. И оно прям такое, знаешь, неприятное было. Так, слушай, я что-то иду... Да. И оно такое, знаешь, неприятное было. То есть Башня Ада, она, ну, типа, довольно сложная, а вот это Обби, оно прям было, знаешь, как будто недоделанное, непроработанное, что ли. То есть мы прыгали-прыгали и как будто касались немножко ногой, знаешь, самым-самым пикселем. Но выходило так, как бы, что мы сразу умирали, да. То есть тут как бы еще адекватно оставляют место там для того, чтобы руками-ногами размахнуться, как бы, ну, а там нет. Знаешь, кстати, мне кажется, что тут, видишь, обычная анимация прыжка. То ага, есть, да, если да. ты меняла вот эту вот анимацию, то есть там, знаешь, есть там анимация Супермена, там, по-моему, или как-то так. Вот, то есть разные анимации ага. прыжка, ходьбы. Вот, то тут это стандартная анимация. Вот, то есть если ты прыгнешь, и я прыгну, как бы мы прыгнем одинаково, очевидно. О, вот сюда! Ты тоже, да? Вот тут красота. Так, кстати, вот Лана мне хитрость подсказала. Можно просто постоять и подождать. Да, так что нормально. Так что стоим и чилим, отдыхаем. Мне нравится. Так, а, кстати, ты... Подожди, какой у тебя уровень? У тебя уровень... А, первый. Первый, да. Да, ты не часто играешь, да, в эту игру? Ну, мы с Ланой... Да, просто вместе упали. Так, да. Что-то мы не можем пройти дальше, чем второй уровень, да? Кажется, у меня, да, у меня там 11 всего лишь. И у меня, да. Ой, засмотрелась. Кстати, там ребята в комментариях предлагали довольно много челленджей. Типа, знаешь, пройти вместе, прямо вместе-вместе. Ага, да-да-да, мне поняла, тоже да? писали, если кто-то падает, то все падают. Да-да-да-да-да. Это кошмарно. Да-да-да-да-да, мне кажется, нам сначала надо потренироваться для того, чтобы такое проходить, потому что мы, в принципе, падаем, а так это вообще будет сложно. Я же тебя спрашиваю, там ты настоящий? А, нет, я не настоящий, я игрушечный, я такой. О, я не искала. Ты опять рядышком легла? Да. Ай, нет! Я тоже тут прилег. Слушай, они такие странные. Там, мне кажется, в некоторых местах вообще лучше не прыгать. Да. Там такое ощущение, что лучше прыгнуть назад и подождать, пока ты проедешь, блин. Если там... А, подожди, или там... Подожди, там ты не едешь, там едет эта штука, все. Вот проблема да. в чем. Кстати, у нас осталась минута, и мне о, кажется, ну, что, значит, мы не дойдем далеко. Да. А вот скажи, пожалуйста, мне вот очень интересно, за тобой такая полосочка, красивые штуки, что это? Смотри, у тебя слева снизу сколько вот этих вот 138. Монеток? 138. Вот, да. Эта штука покупается за 500. О, а что тебе... так дорого? Да что такое, блин, я хочу... Ладно. А чё так дорого? Ну, не знаю, так решили разработчики. Знаешь, обычно в такие моменты, когда ничего не получается, я просто становлюсь вот так вот на краешек, это тоже Лана придумала, и просто с ребятами, ну как, стою для фотографии, потому что они частенько просят. Да, вот. И поэтому я вот сейчас тут встал. Кстати, пока я тут встал, попробую купить еще одну такую штуку. Так, подожди, а где она? Эффект... Да, Effects получается. И можно, вот смотри, нажми на Shop, Effects, и тут будет написано Buy Box. Ага, и что вот. Это значит? Ну, это получается, ты купишь... О, вот, теперь у меня оранжевая штучка, смотри. А где ты, где ты? Где? Вот, я уже вот. Около лестнички. Вижу. Блин, голова Ого. Застряла. Вот это и правда, как-то неудобно очень. Подожди, как пройти? А, все, я понял. Это было сложно. Кстати, знаешь, я очень не люблю, я миллион раз, наверное, уже об этом говорил, но я очень не люблю, когда один уровень мешает другому. Это да. просто жуткая фигня. Было такое. Знаешь, я на таких очень-очень много нервов тратил.
Мы вот с Ланой как раз проходили, когда мне башню. Лана там стукнулась головой и упала. Вот примерно то же самое было и у меня. Ага, и потом она купила то ли антигравитацию, то ли высокие прыжки, или это одно и то же. Вот, и я смогла пройти. А там знаешь, в чем прикол? Ты можешь купить антигравитацию. Нет! Где ты? А, я вижу тебя. Ты прошла лишний шаг. А, да. Короче, можно купить антигравитацию только для себя. Ой, нет, блин, я сейчас упаду. Нет, пожалуйста. Нет! Опять один уровень мешает другому, я просто ненавижу это. Так вот, можно купить антигравитацию только для себя, а можно для всех. Они там по цене особо не отличаются, но прикол в том, что можно купить их вместе. Ого. И это вообще очень круто. Но вот это у тебя, еще ты говорила, хватит. Больше 100. Не-не-не, там дешево на самом-то деле купить эту антигравитацию для себя. Это пружинка такая, ты не покупал никогда видела. Ее? Да-да-да. Вот. Я видела тебе видео, как она пунькает очень громко. Да, это прям жутко. Да что такое? А нет! Нет, Ева! Так, хочешь? Давай, я куплю для тебя, специально нет, куплю low gravity, чтобы было легче. Уже все, уже купи. Спасибо, конечно, но там проблема в том, что я не попадаю на эту жердочку. Ну тогда, а когда прыжок будет выше, то будет проще. Нет. То есть ты будешь проще регулировать. Нет, не проще? Блин, тогда извини. Ничего страшного, я думаю, ты остальным тоже помог. Надеюсь на это. Да. Ну, если тебе... Нет, Ева, почему так? Так вот, я говорю, если тебе будет мало этого прыжка, ты можешь за 80 купить вот эту пружинку, которая жутко делает... Вот, и надеюсь, она может тебе помочь. Ага, классно. Так, ну сейчас посмотрим. Проверь. Я просто не вижу, где тут конец этой палки и... Нет, Ева! Я уже второй раз на этом месте смотрю, как ты падаешь. Да, ну... Да блин, ну это было прям близко, это было близко. Так, все, я опять покупаю этот Gravity Coil, потому что я хочу. Хочу прыгать через все... Да блин, ты чё? Хочу прыгать через все вот эти ступеньки. Ну кошмар. О, я опять тебя вижу. Воу-воу. Слушай, тут если купить эту пружинку и минус гравитацию общую, тут прям, я говорю, прыгаешь прям жутко высоко и прям легко можно контролировать свой прыжок. Очень удобно на самом-то деле. И самый прикол вот... Минус гравитации этой, это то, что ты можешь прыгать чуть ли не сквозь уровни. То есть вот сейчас вот я вообще перепрыгнул просто очень быстро и считай все. Боже, ну менее страшно от этого не становится, честно говоря. Ого, ты высоко. О, боже, как это произошло? Это, знаешь, это было очень странно. Я стоял, я приблизил камеру, и после этого меня убила вот эта вот светяшка. Это жесть. Но я, в принципе, понимаю, почему это. Это, знаешь, когда ты приближаешь до первого лица, получается так, то ты, когда ты двигаешь камерой, ты двигаешь всем персонажем. Не знала, я никогда не приближала, так мне не очень удобно. Вот, так что... Ну, знаешь, как ты можешь проверить? Смотри, ты можешь встать в определенную сторону, смотреть в определенную сторону, потом ты можешь приблизить до первого лица, да, развернуться в другую сторону, отдалить, и ты будешь смотреть в другую сторону. Ага. Ну, видишь? Сейчас, подожди, нет. Еще нет, мне надо допрыгнуть до этой неудобной палочки. Еще она сливается. Я поняла, она сливается с фоном на полу, и я ее не вижу. А, все ясно. Ну, я говорю, вот сейчас с прыжочком должно быть проще. О, фух. Так, да. уже лучше. Лучше? Я помню, вот эта вот часть была когда-то желтой, и на самом первом уровне, да, мы вроде как с Ланой даже тут проходили, там не страшно было падать. Ого, слушай, тут вот, знаешь, как для цветов цветы подвешивают эти вот штучки, тут такие кубики висят, они, оказывается, качаются. Я не знала. Да. Обалдеть. Да, они, кстати, качаются, они довольно опасны. На самом деле, они опасны только в том случае, если ты стоишь у самого краешка. То есть, тогда они начинают шататься, тогда как-то... Ой, ты уже тут. Да, я вот смотрю и понимаю, что не хочу дальше идти. Вот, я тут уже третий раз, так сказать, прилегаю. Кошмар, у нас девятый осталось. Ну вот четвертый! Ева, четвертый! Кошмар. Так, а я просто упала. А, ты тоже, да? А, поступала. Да. Не, ну это все, конечно, проходить заново, это чокнуться можно. Да. Смотри, прикол. Оп, смотри, видала? Ого! Видала, как честно. Можно сделать? Это нечестно. Вот, честно.
Нет. Правилами не запрещено, как бы. Игра сама позволяет это купить, так что все в порядке, я считаю. Ну да. Очень, очень страшно на этих ступеньках подскользнуться. А я в пятый раз, по-моему. Ребята, если вы считали, то скажите точно, какой это раз. А, ты упала опять, да? А, я, похоже, вижу тебя. Я шагнула в пустоту. Просто вот вообще. Так, пока у нас как-то безуспешно. О, фух. Я упал нормально на эти подвешивалки для цветов. Все в порядке. Удачно. Да, довольно удачно. Цветочек. Да, точно. Кстати, знаешь, я помню, был раз такой уровень, где я просто падал, и падал идеально каждый раз, ну как, на более нижний уровень. Ага. Это было очень классно, очень удобно. А у нас с Ланой тоже так было, мы вот как раз, она долбалась головой там и упала ниже на площадку, которая двигалась еще причем, прикинь, просто удачное везение. Так, а я тем временем на зеленый. Блин, вот если бы я раньше так хотя бы смог, то я все-таки прошел хоть что-то. Ты думаешь, я упаду сейчас? Ого, ты почти прошел. Ёж, давай, 4, 3, 2, давай. Да, я прошел. Я в последнюю секунду, господи, вот это да. Молодец. Это очень круто. Так, ой, вот это мне не нравится. Вот этот уровень, да, тоже такой немножечко неприятный. И знаешь, что еще неприятно, когда после вот этих крутых прыжков ты должен... Нет! Ты должен перестроиться на обычные прыжки. Да, да, это, блин, вообще жутко. Поэтому я их обычно и не подключаю себе. Но с другой стороны, они очень сильно помогают в нынешнем раунде. Так что стоит подумать, стоит ли оно того. Я пойду по лабиринтам прям. Кстати, я заметил, что в таких местах проще всего прыгать по диагонали. Угу, ну да. Да как я не допрыгнул? Ева! Иди сюда, скорее. О, я вижу, да. А, меня укачивает. О, кошмарище, слушай. А ты просто постарайся быстрее пропрыгать. Невозможно просто прыгать сразу. А вот так, смотри, просто сразу, не задумывайся, просто жми пробел, не отпускай пробела. Последнее было прям близко. Получилось. Да, получилось. Блин, а вот этот я не люблю, кстати. Вот этот мне не нравится. Да, он, есть такое. А, все, я вспомнил. Нет, это еще человеческий уровень на самом-то деле. Нет, Ева. Я упала. Ага, я видел, похоже, твою ногу. По-моему, это была твоя нога. Ну, сейчас посмотрим. А, нет, вот теперь это была твоя нога. Все, теперь я увидел, да. Так что до этого была не ты. Я подскользнулась на этих крутящихся ступеньках и упала, прям разбилась в эти светящиеся кубики. Вот я в прошлый раз так погиб, кстати. Да, я думаю, это частая смерть. Ну что такое? Я ногой запнулась. Я наступила и все. Так подожди, вот эта вот штука, которая разноцветно за тобой летает, она что-то делает или это просто для красоты? Нет, она просто для красоты. Ладно. Там есть у ребят очень классные, я видел, мне прям понравились. Радужные которые там, пики, знаешь, да? Типа... Ева, мне больно уже. Да, радужные, там всякие огоньки, знаешь, там вот такие какие-то классные штуки. Слушай, мне кажется, что в этот раз получится что-то типа того, что было в прошлом раунде, когда я не мог пройти до самого конца раунда, а потом в итоге прошел в последнюю секунду. Да. Надеюсь, у меня получится это раньше, но... Вообще, по времени еще достаточно, чтобы пройти. Ну да. И 10 раз умереть. Не туда пошла. Так, а еще, кстати, вроде никто не прошел. Да. Я, кстати, хочу извиниться перед всеми. В прошлый раз я не знала, когда я доходила до финала. И что, когда ты подходишь к двери, ты ускоряешь. Ребята, я не знала. Я думала, что только так я пройду эту башню. Серьезно. А, да, у меня точно такое же было. Да, ну я думаю, тебя они простили. Ну это хорошо. Ну, о, господи, упала. Нет, мне определенно не нравятся эти штуки. Так, а я тем временем на зеленке. Ого, прям на той, ничего себе. Да. Я все так же умираю внизу. Кошмар. Ой, слушай, а, это какой-то нормальный вроде уровень, легенький. А, да, я помню его. А, ну да, ты сказала, что ты видела это видео, где я сам снимал. И вот там был этот уровень, по которому я сейчас забираюсь, и он довольно легкий. То есть, смотри, я, получается, прошел его полностью, но тут, ну не знаю, ну нечего проходить по факту. Серьезно.
Это который? Оранжевый или до-оранжевого? А вот беленький. Ну да, там так просто. О-о-о! Слушай, а я не видела такого уровня. Я тоже. Какой-то странный с лазерами. Да, вот я смотрю, и там что-то жуткое. Блин, мне не нравится. Да, есть такое. Лазеры мне вообще, честно говоря, очень не нравятся. Да, что такое? Опять ногой задело. Что? Ногой задело светящуюся. Блин. Кошмарно. А, нет! Я упал с последней штучки, нет, Ева! Кошмар. Ты что, прям до конца? Ты где-то по дороге упал и умер. Ну, я там, получается, об эту светяшку умер. Нет. Боже, как больно. Да, это точно. Осознание просто убивает. Убивает меня. Я вообще не могу с этими разобраться. Господи. Ну, короче, с крутящимися этими ступеньками. А, понял. Так, нет, у меня они вроде нормально идут. Может, медленно прыгаю? Не знаю, но я просто не отпускаю пробелы, считай. То есть я прям вот жму пробелы, жму. Я еще успеваю крутиться. Но иногда кричать я в нее. Нет, я не успеваю. Так, Ева, ну у меня осталось чуть меньше 2 минут. Я все-таки надеюсь, что я пройду. Но если не пройду, на зелененькой... Забудь, что я сказал. Я не на зелененькой, я уже на синенькой. Я упал на светяшке, я вижу тебя. Я рядышком с тобой. Привет. Блин, привет и пока сразу. Так, ну я надеюсь, что следующий раунд будет как-то получше, попроще. Да, мне тоже очень не хочется дождаться следующего раунда. Нет, все, просто нет. Я не да. Так, короче, мне кажется, что нам надо встать для фото и подождать следующего раунда. Да, давай. Так, что-то мы с тобой немножечко заснули с этими фото. Так, да. Поехали. О, кстати, вот этот зелененький уровень, он тоже легенький. Он был в позапрошлый раз. Какая тут пунь-пунь. Да, кстати, она одна из таких крутяшек. Ага, мне понравилось. А еще цвет очень красивый. Да, цвет такой красивый. Кстати, вот лайфхак, смотри, тут можно, смотри, можно не прыгать, можно с самого низа подняться. Видишь вот эти вот лестнички? А вы хитрые. Я об этом, нет, я прошел, нет, Ева, я прошел как честный человек, да, так что... И спустился по этой лестничке? Нет, о, а это тоже помню этот уровень. Я все, знаешь, я все в поисках новых уровней. Мне уже интересно, когда добавят что-нибудь новенькое. Потому что мне кажется, что я уже все увидел в этой игре. А как? Ага. Что? Все. Нет! Ой, блин! Ты прям в дырку прыгнула. Да. Кошмар. Так, я боюсь, я тоже тут свалюсь сейчас. И как тут допрыгнуть? Ну вот как? А ты, получается, смотришь... Ну, короче, смотришь в ту сторону, куда прыгаешь, просто жмешь, получается, клавишу в эту сторону и прыгаешь. Все, у меня получилось. А, получилось? А что я тебе тогда тут гайды расписываю? Не знаю, мне просто страшно было, я ждала чего-то, помощи от кого-либо. Моральной поддержки, да? Это точно, да. Ого! Уф. Я думала, я не перепрыгну. Слушай, там прям очень сложно. Так, опять. Это где? А вот ты сейчас пойдешь и увидишь, там большая такая пропасть. На ступеньках. Вот дальше. Так, на ступеньках? Ага, вот. Вот она. А, вот это? Да. Понял. Так, а ты ее не перепрыгнула, да? Ой, нет, видимо, ты ее перепрыгнула, потому что вон ты уже. Ай, какой кошмар. Понял. Ну, слушай, я почти половину дошла. Нормально. Это какая-то относительно легкая карта. Ну, скажем так, просто уровни относительно получше, чем прошлый. Да. Смотри, а ты какие выбирала? Тут 2 пути. Один со светяшками, другой с маленькими блоками прямоугольными. Ты куда шла? Я видела один путь. Ясно, я выберу блоки. Слушай, там были маленькие блоки со светяшками. Вот, я не знаю, честно говоря, на какой я шла. Вот, но я иду, в общем, на другой. Кошмар. А мне кажется, он наоборот попроще. Не, попроще, да, но просто сейчас что-то было очень тяжело. Кстати, сейчас прыгаю по маленьким квадратикам, и знаешь, что вспомнил? Ага. Одна девочка написала мне в комментариях, что там по некоторым квадратикам просто можно ходить. А я не ходил по ним, я по ним прыгал, знаешь, по одному разочку. Кошмар. Это было прям очень долго, очень жутко.
Я падал там, а оказывается, можно было просто пройти, да. Ну вот. Так, а вот тут, я даже не знаю, как тут справиться без попрыгушки вот этой вот. Мне кажется, что я сейчас просто возьму и упаду. Ты не падай, у нас, смотри, 3 минуты. Ты где? Да почему же я падаю отовсюду? Ладно. Вот это привет. Привет, привет. Так, подожди, это получается... А, все правильно. А... Нет, видимо уже пока, да? Пока, да. Нет, снова привет. Господи. Ой, в меня тут ногами кидается. Просто прилетело ногами. Кошмар. Так, что-то у нас опять не идет. Да. Не идет проходка. Ой, я думал, это я сделал, но нет. Я вроде жив. Кошмарище просто. Я пошел не по той стороне, господи. Фу, я выжил все равно, ужас. Ой, я тоже пошла не там. Ой, что, ой? Да нет, что-то забралась как обычно, а потом поняла, что тут есть более короткий путь. Да что такое? Просто прыгаю в бездну. Нет, я опять свалился, блин, с этой серенькой штучки. После ДНК, которая. Я вот на ДНК уже 3-й раз подряд умирала. Я 4-й. Все, просто надо добить до 5-го. Блин, похоже, мы эту карту не пройдем. Может, в следующий раз позовем Ульяну, да поиграем все вместе, и может, она у нас выиграет? Да, может, она будет нашим талисманом. Это правда. Мне кажется, так и будет. Ну что, как тебе такая идея? Да, идея отличная. Так, в общем, не получилось у нас как-то пройти вместе карту сегодня вообще. Я думаю, челлендж пройти вместе карту устроим как-нибудь после. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока! Пока!